Все инструменты представляют токарный станок по металлу Promo SM300E. Данная модель предназначена для изготовления из металла таких деталей, как вал, ось, диск, колесо, винт и так далее. Станок будет незаменим как в условиях индивидуального, так и профессионального применения. Станок имеет прочное устойчивое основание из чугуна, которое исключает вибрации во время работы. Коробка скоростей находится в масляной ванне, что продлевает ресурс работы станка. 10 ступеней значения продольной и поперечной подачи позволяют правильно выбрать необходимый режим резания. Высокоточные направляющие обеспечивают точное позиционирование заготовки. Станок работает от сети 220 вольт, потребляя при этом 300 ватт. Диаметр обточки над станиной составляет 180 мм, длина обточки 250 мм. Обороты бесступенчато регулируются в диапазоне от 100 до 2500 оборотов в минуту. Точность подачи поперечного и продольного суппорта 25 тысячных миллиметра или 2,5 сотки. Размер зажимаемого резца 8 мм. Масса станка 40 кг. В комплектации с данным станком поставляется патрон трехкулачковый диаметром 80 мм, кулачки обратные для трехкулачкового патрона, центр невращающийся МК-2, сменные шестерни подач, защитный экран с концевым выключателем, поддон, резиновые опоры, винты для опор, рукоятки для маховиков, масленка, предохранитель и набор ключей. Напомню, что в нашем магазине дополнительных данных моделей вы можете приобрести патроны, резцы, центры, люнеты, приспособления для нарезания резьбы и многое другое. Все инструменты к вашим услугам.